С вас. Вчера был такой особенный день. Вчера был особенный день за меня. У меня мы, в общем, долго поклонялись Богу. Много долго поклонялись мы на Бога. Долго. Много долго. И вот я хочу одно откровение сказать. Искал мне каждое одно откровение. Если никто не возражает. Никто не возражает. Тогда я скажу. Тогава что ты кажешь? В Евангелии от Марка есть такое знаменитое место. В Евангелии от Марка имеет одно место. В 11 главе, в 23 стихе написано. В 11 главе, 23 стих пишет. Имейте веру Божью. Имейте Божью веру. Это Иисус говорит. Имейте веру Божью. Имейте Божью веру. Ибо истинно говорю вам. За что ту истину виказвам. Если кто скажет горе сей. Ако някой каже на тази планина, поднимись и ввергнись в море. Отиди в морето. И не усомнится в сердце своем. И няма да се усъмни в своето сърце. Сбудется ему, что не скажет. Тогава това ще се сбъдне, което ще каже. Кто-нибудь читал? Някой дали чел това? Все читали. Всички са чели. Тысячу раз. Хиляди пъти съм чела. Был такой проповедник. Имал такъв проповедник. Знаменитый, помазанный Богом Уильям Бранхам. Уильям Бранхам помазан от Бог. Он ушел домой после Второй мировой войны, там, 50-е годы. След Втората световна война той... В Америке. У него был дар божественного исцеления. Той имал дар на божественное исцеляване. И много других даров. И много других даров. И вот он рассказывает историю. Мы эту историю вчера долго обсуждали. Винаги обсуждахме дълго тази история. Он говорит... Той казва. Когда человек... Когато човек читает Библию, чете Библията и читает, имейте веру Божию. И там има, имайте Божия вера. Если она у вас есть, то вы можете сказать и будет так, как вы сказали. И ако кажете нещо, тогава ще бъде така, както казахте. Стул подвинься, и стул подвинется. Стола да се измести, и той ще се измести. Олег Григорьевич, взлети, и Олег Григорьевич взлети. Олег Григорьевич, да полети, и аз ще полетя. Микрофон, говори сам, и он будет говорить сам. Микрофон, говори сам, и той ще говори сам. Как ослица. Като магарито. Он говорит, я, но при этом надо ключ, знаете где? Лежит? Но в същото время каков ключ? Ключ лежит в словах. То есть в думите. В трех словах. В трите думи. Имейте, имейте веру Божью. Божья это вера. У вас должна быть вера, как у Бога. Треба да имате вера, като, что като Бог на он Бога. Сказал. Той каза. И стал свет. И он сказал. Светлина. И стал весь мир. Той каза. И се появил целия свят. И он говорит нам. Той не казва. Уже много-много лет. Вече много години. Через слова Библии. Через думите на Библия. Он говорит, если ты скажешь. Той казва, ако ти кажеш. Будет. Для этого только вера надо иметь. Само треба да имаш вера. Возникает вопрос, где? Возника вопрос, как? Къде да я взема? Большинство христиан, я со всей ответственностью это заявляю, с... даже не думает о том, что они скажут и будет. Каже. Те не мислят, дали ще се получи нещо, ако го кажат. И вот этот Уильям Бранхам говорит, я охотник. Уильям Бранхам казва, че той е... И я пошел охотиться на белок. Вулвец. На белок. И той утешил да се да ловува на белите. С детства этим занимался. От детството се занимавался. И я попал в лес, где там растет сикемора, такие деревья бросовые. В гората, и има едно дърво сикемора. И там не может белок быть никогда. И там няма катрички. Той е ловувал катрички. И я сидел утром под деревом. Той сидел... И размышлял и молился. Размышлявал и се молил. И вдруг я услышал голос внутри себя. И изведнъж чу гласа вътре в себе си. Он говорит, ты здесь зачем? Той голос казва, этот? Ти за что си тук? Ты же хотел белок стрелять. Нали си искал да стреляш катрички. И я думаю, кто это разговаривает? Встал, пошел, посмотрел. И той спомисли, хотя он кой говори? Помазанный проповедник. Той и... станал и погледнал, обаче помазан проповедник, но все пак но это было так явственно. Но толкова ясно и я посмотрел, голоса, никого нет. Той погледнал и никого нямало в градина. И голос снова говорит, ты же пришел стрелять белок. И пак чува голоса, ти нали си дошел да стреляш катрички. Разве ты не читал? Не си ли чел? Имейте веру Божию, если имайте кто скажет. Имайте Божия эта вера, ако някой каже. Зачем ты просто сидишь? За что просто сидишь? Ты скажи. Кажи. Он, а что я должен сказать? И той казва, как вот ну, да ты же за белками пришел. На лисе душил за катрицей? Да. И сколько казва, тебе да. надо белок? Колку катрицей тебе требуют? Я, говорит, подумал. И той помислил. Одну говорить как-то глупо. Една е малку. Я говорю, три. И казва три. Он говорит, ну говори. И голоса казва, нали, казва. Что говорит-то? И нали человека пида, какво да он кажа? Говорит, ну вот белка, катрица. Что ты хочешь, где, как она, что должна появиться, как эта белка? Как искаш да се появи тази катрица? Где ты ее хочешь видеть? Когда искаш да я видишь? Назови.
назови. И я, говорит, застеснялся, и, говорит, не знаю, растерялся. Не, это было так неожиданно. И беше, е било толкова неочаквано. А он настаивает, говори. А то есть глаз сказано, скажи. Сказывай, кажи. Я говорю, ну хорошо, вот дерево, и ты сказывай, метров так 50 от меня, 50 меня от винтовка мен. Так пристрелена. И вот там сук кривой, вот пусть она на этом суке будет сидеть. Урежьте мне стреля до 50 метров, и нека тя дай на това дерво. Смотрю, белка сидит. И изводнаш гледа, и там има катерица. Глаза протер. То и три учите си. И сижу, думаю, видение какое-то, наверное. И то мисли, дали твое видение. Стрелять в видение глупо. Да стрелям просто в някакво видение. Но решился, глупово. Взял винтовку, прицелился. Бах, той взема оръжие, подошел стреля, к крови белка. И после утива там глаз и виж, вижда, че има катрица, и той попаднал в окото на катрица. Взял белку. Той взема тази катрица. Сел под дерево, сижу и думаю, это что такое сейчас было? И мисли, какво се случило. Голос. Пак чува гласа. Но ты же сказал, тебе надо три, еще две. Ти, нали каза, че ти треба три? Где ты хочешь, чтобы Каде белка была? И скажешь, да видишь още две катрицы. Но я говорю, ну вот пусть она вот там теперь сидит. И я сказал, нека там да и белка сиди. Сидит. Я сиди ее подстрелю. Аж ты я стрелям. И сижу в шоке. Значит, две белки, в крови белки. То есть сидишь шокирован. Поведением вроде как стрелял, белки живые у меня в руках. Это просто, говорит, не могу войти в нормальное состояние. И не могу да влязать в нормальное голос состояние. Опять. И пак чува голоса. Что ты сидишь, третью белку? За что сидишь? Ты хочешь? Нали, скажешь, третья катрица. Хочу, чтобы вот эта белка появилась, пробежала вот так вот, пробежала, вот там села, посмотрела туда, вон там, где фермеры на поле работают, и оттуда она их посмотрела и замерла. И искам, да мина катрица. Только сказал, белка бежит, села там, седне, посмотрела туда да и замерла. Да погледне към другата страна и просто да стои така. И я стрелях. Пришел с этими белками... Встретился со своими друзьями, которые охотились. Встречно... Мы пошли домой. Они завели меня каким-то своим приятелем. Те приготовили завтрак. Те са приготовили закуску. И я стал рассказывать, что было. И започнал да рассказывам, какво се случило. И вдруг вот произошло нечто. И изведнъж се случило нечто странно. Дух. В духа. Я почувствовал, что он опять здесь. Усетих, че пак е тук. Опять здесь. И я им рассказывал, а они сидели, и вот они, зная меня, аз зная, какие чудеса через меня Бог делает. Они знаете, смотрели, значит, и такая пауза, вроде как такое может быть. И, но белки были вот пауза, они. За что тут эпоки, и я спросил там охотников, я говорю, в этом лесу могут быть белки? И питал, вы когда-нибудь их видели, вы здесь всю жизнь живете? Никогда в жизни. Гора има катрица, и ты казаха, че в тази гора няма катрица. И вдруг я говорю, если сейчас я скажу, и это не произойдет, и тва няма да случи, то тогда я... Не служитель Божий, а лжепророк. Не сын Божий, а служитель, а сам лжепророк. А там в этой семье была одна, ну, хозяйка, молодая женщина. И машина одинокая и бедная очень. И у нее два сына. Жена, и има два такие 16-летние подростки. 16-летние и они присутствуют здесь, много народу, человек 8 или 10 было. Там, и они тут присутствовали. И хихикали, смеялись и над тем, что я рассказывал. За това, което рассказывал. Они были такие балбесы. Те са били малко глупави. Хулиганист. И у нее же еще сестра инвалид. И също има сестра, която е инвалид в количка. И я говорю. И аз казвам. Вдруг я чувствую, что мне надо так сказать. И я говорю. Усещам, че така трябва да кажа. Сестра. Сестру. Если ты сейчас скажешь. Ако ти сега кажешь. Что ты хочешь. Каквото искаш. То ты это прямо сейчас получишь. Тогава ти сега ще го получишь. Вот как скажешь, так и будет. Как ты кажешь, такая ж ты будешь. И если это не произойдет, то, знаете, я лжепророк. Ако това няма да се случи, тогава аз съм лжепророк. Она говорит, я не знаю, что сказать. И тя казва, аз не знам какво да кажа. Я ей говорю, у тебя сестра инвалид, имаш сидит в коляске давно. Имаш сестра, която инвалид. У тебя родители старые, у тебя денег нет. И имаш пари. Скажи про деньги, у тебя сейчас на подоле платья будут лежать деньги. Кажи за пари. Если их не будет, я тогда лгун, лжец и не служите меня. Ако няма да се появят пари, значит, съм лъжец. Говори. Я сказам, казвам, кажи. И она говорит. И тя казвам. Мое желание такое. Моето желание е такова. Самое большое желание в моей жизни. Най-голямото желание в моя живот. Это чтобы мои сыновья отдали свою жизнь Богу. Моите синове да и служили дадут ему. Свой живот на Бог и да му только служат. Она это сказала, и эти хихикающие казва, пацаны казва, на колени перед матерью рухнули тези синове, и начали молиться и каяться. На колене и започнали да се молят. Имейте веру Божью. Имайте Божья вера. Ибо истинно говорю. За что-то истинно если казвам, кто скажет горе сей. Ако някой каже на планината
Будет. Тогава ще се случи. Это ключевой момент Евангелия. Мы можем. Не, Бог хочет это. Бог го иска. И я завершаю. Только у нас веры не хватает, но не которая растет. Вяра, не стига вяра, която... И храбрости не хватает. Не стига смелост. Но когда мы набираемся храбрости и начинаем говорить, но, когда ставаме смели, то это и приходит. Доказаме, тогава, я это не один раз испытал. И веднъж го испитах върху себе но си. Только у нас, не, может быть, не такая, у меня, во всяком случае, не такая вера, как у этого человека. Аз нямам такава вяра, като този човек. Он взял и сказал. Той просто каза. Потому что он все время был вот в таком состоянии, защото помазанном. И бил в тока, такого а я простой, простой христианин. Но сам прост, прост, и когда мне что-то надо, и ако нещо ми трябва, я это говорю долго. Аз го казвам дълго. И, например, у меня была проблема, здесь народ имах, какой-то начал расти. Имах проблем, нещо започна тука да расте. И я сказал, если кто скажет, написано, ако някой каже, будет, я сказал, исчезни. Я сказал, махни се. И мне потребовалось 2 месяца говорить каждый день. Требовалось 2 месяца доказывать всякий день. Чтобы она в какой-то момент надулась, покраснела, засохла и исчезла. И два да се подуе, да се черви, и после наполнено исчезла. То есть вывод такой, мы можем из-за нашего неверия заради нашего невярване, неверия, пробовать долго, пока не получится. Много долго да пробуем, докато и вера вырастет, и тогда будет и вярата ще нарасне. Путь к следующему желанию, и короче. И това ще бъде път към следващото желание, потому что написано. И путь ще бъде пократък. Имейте веру Божию. Защото пише, имайте Божия вяра. Ибо истинно говорю вам. Защото истинно ви казвам. Если кто скажет, ако някой каже, горе, поднимись на планината, да се вдигне и да отиде в морето, в сърце своем, и този човек няма да се убива в сърцето си, тогава той ще има което ще каже. Призываю всех говорить. Призывам всички да говорят. Давайте сегодня, 17 декабря, на 17 декабря, неделя, примем такое решение, да приемем това решение, выберем проблему или да изберем поставим един проблем, цель, и будем целую неделю цел, говорить. И целая седмица ще казваме. Говорить с верой. Ще казваме говорить с вяра. А воскресенье следующее придем сюда. А следващата неделя здесь да дойдем. И здесь в ряд станем и засвидетельствуем. И всички да застанем в една редица и да свидетелствуем. Слава Иисусу Христу. Слава на Иисус Христос.